just sitting in my room, thinking about all the stuff we do, thinking how I'm so blessed with you, how all the feelings I have for you is true, it's true. I just wanna know if you really down, really down. Tell me if you really down. I just wanna know.
и я здесь. Нет. Заебал все менять, но так. Ну, сделал. Сейчас, секунду, я посмотрю. Ну, пока просто тут фон. Причем подвисший. У тебя же вроде фон анимированный. Ну, на стриме, в смысле. А, ну, значит, подвис. Все плохо. Так. Звук включила, это включила. Я тебе просто в Дискорде рубила, чтобы без отставания это было. А, ты не видел, что ли? Нет, а у меня нет стрима. Ну-ка. Видимо, все. А там... О. А то я думал, там игра могла умирать, когда ее сворачиваешь. Ёптер-матер. Такие звуки я вообще не могу. Вообще ничего не помню об этой игре. Я тоже. Ладно, сейчас посмотрим. Да-да-да-да-да-да-да. Я ничего не слышал. Оскар, я знаю, что ты там. Я слышу, как у тебя зубы стучат от страха. Хозяйка, может, она меня не видела? В следующий раз выберу квартиру, где есть глазок у двери. И задний ход, и решетка, и хозяйка другая. Оскар, я все слышу до единого слова. Открывай, а то я вышибу дверь и тебя же заставлю платить за ремонт. Эта озвучка сделана двумя школьниками за 50 рублей. Маски вам очень помогают. Какая разница, у Орна же. Вокруг глаз почти вся отпала. А ну кончай мне зубы заговаривать, скользкий халявщик. Ты мне за 3 месяца задолжал, и я не в настроении выслушивать твои банальные комплименты. Да вы что? Ну у меня сегодня большая... Это же Уилл Смит, да? Я знаю как победителя. Кто не скажу, но это удачный день. Я выиграю, и мы с вами славно победим в твоем озвучке. Не знаю, не было. Закажем из кого. У него такая морда. В углу будет орфистка играть. Красивая такая, прекрасная. Ее изящные чешуйки. Ты знаешь, что интересно, у тебя на Твиче главное меню. Оскар! Да? Нет, это все надоело! Я тебя выселяю! Вышвыриваю! Убирайся немедленно, а не то я позвоню своему кузену, которого клич никак призвал, он тебе покажет. Обожаю, когда вы ругаетесь. Так громко. Я вроде поначалу проверила, было нормально все. Как запускаешь стрим, все. И снова доброе утро, Южный Риф. С вами ведущая Кэти Карент и Морские Новости. Не только единственный новостной канал Южного Рифа, но и второй по популярности. Тема дня на сегодня. Вас только что выселили, у вас нет денег, а удача повернулась к вам спиной. Хвост, кто-нибудь подрежьте эту запись. О нет, она всю мою коллекцию дисков выкинула. Музыка. Так, настройки. А что тут, блядь, тут не делать? А ну-ка, а если сделать просто, то намного проще. Мы сделаем полностью захват экрана. Ну-ка. Сейчас тогда этот надо закрыть. Нет, этот вырубить. Этот. А ну-ка. Ой, как он уёбывается. Он захватывает мне окно, которое я не могу сейчас сдвинуть. И... Ой, как сложно. Он так не должен работать. Сейчас настроим.
Ладно, если захват окна. Если вот так вот я сделаю. Не реагирует. Он дело в том, что оконного режима нет. Ну-ка, найдешь мне такой, бля. Чё, а. Так сделать. Потом. Вот так. А ну-ка, а так ты найдешь или нет? Вот, сейчас нормально. Вот, да. Вот интересно, как разного работает, по-разному. И еще скажи спасибо, что игра не вылетает, когда ты ее сворачиваешь. Да, есть такое. Я хочу сказать Фриде! Теперь они все мои! А то я недавно что-то такое играл. Поплыву-ка я лучше. Осматриваться вокруг можно с помощью мыши. Плыть, нажав левую кнопку мыши. А правая для того, чтобы куда-нибудь метнуться, сломя голову и что-нибудь пробить. А я передаю слово Стэну с прогнозом погоды. Кэти, сегодня, как и всегда, важно. О-о-о. Как можно вперед-назад, не? А как наверх? Прям надо вот так, прям надо вот резко так делать. Мышкой, по-моему, все надо. Да-да-да. О-о-о, Ядрит Мадрид. Капец. А хотя, знаешь, там кнопки а-ля там Ctrl, C, X могут быть поднимать и опускать. Это назад, Ctrl. Это метнуться. Пожалуй, работает пока вот так. Вот как я направляю мышку. Угу, ну я так и понял. Эй, Сайкс! И будто что-то тебе не надо. Оскар, у меня есть куча важных дел. Но я же тоже важный. Экстренный выпуск новостей. Вот в том, что есть вероятность того, что не будет настройки мышки. Там чувствительность можно. А, тогда нормально. А успех, сам там можно на геймпад переключиться. Нихуя себе! Если будешь делать полезные дела для других рыб. Это что, игра будущего? Да. И видишь, у него над головой значок. Это значит, что у него для тебя есть работа. Сделанная работа — это в жизни успех, так же. А успех — это очень важно. Меня сразу просят. Погоди. Все собрать! Это что? О, бля, это ускорение! Да, это ускорение. Погоди. Но оно обычно для гонок было. Вот видишь, скорость мыши. Угу. Нифига. О, я знаю, что это. А как? Ну-ка, на Enter, может. Ни хрена себе доставать. Может, на E будет работать? Нет, я думаю. Йо, мальки, как делишки? Рассказывайте, что случилось-то? Йоу, мальки! Мы в баскетбол играем, а мне росту не хватает. Просто. Ты же под водой, тут главное не рост, а умение двигаться правильно. А я не умею правильно. Да брось, умеешь. В каждой рыбе есть немножко фанка. Ну, кроме моего босса. Покажи мне, как двигаться. Да, пожалуйста, покажи! Окей, вот вам пара серьезных движений. Все назад, мне нужно место. Это чуть-чуть подрастянуто, что ли? Это танцы. Бля. Басы. Вот это я помню. В эфире программа «Здоровье». Танцы, что это? Развлечение или упражнение? И то, и другое. Ведь для танца нужна координация, а также клевый музон и все такое, чтобы оторваться по-настоящему. Видишь цветные пузырьки? Когда не будет касаться трех кнопок наверху, нажимай соответствующую кнопку. Чем больше пузырьков хлопнешь, тем круче станцуешь.
хлопни все пузырьки одного цвета. Танец получится клёвый. Только смотри, не ошибись, а то все испортишь, и все будут смеяться. Полоска наверху экрана. Ну, попробуйте эти. Если правильно хлопнешь пузырьки, они решат, что ты клёвый. Вот на клёво метре это. Решат, что ты клёвый. Постарайся, чтобы к концу песни показания клёво метра были как можно выше. И пусть тебе все завидуют. А теперь вперед и давай веселиться! Че, посмотрим, какие работают. Нет, они... А, вот эти. Ты же, какие из них-то, блядь? Да. Ай! Под ритм не подходит вообще. Надо музыку не слушать, получается. А, под быть. Под вообще не, нет, вообще не подходит. Оно прям опаздывает. Не, удары. Вот сейчас да. А до этого не подходило. Они бывают либо чуть-чуть, вот прям микро-микро быстро, либо наоборот. Оно долгое. Это не половина. Идеально. Я у него бицуха такой. Yeah. Где полный кик качал? Полный кик там уйти. Леск! А, кто со мной? Возьми меня! Меня! Ну-ка соберитесь и тренируйтесь. Я к вам потом еще заскочу. И передайте возьми своим меня. Мамочкам от меня привет. Особенно твоей, Тирон. Пока! До скорого, Финала! Уже сохраняться... О, а сохранение тут что, типа автоматизм? О, что-то это... А вот это я не знаю. Иши, кстати, по-моему, тоже что-то делают вот эти. Порежено. Блять, хочу лепешек. А, там ежи, они их это, подбирать можно, кидаться. Иногда бывает, что деньги валяются прямо на улице. Что упало, то пропало. А кто нашел, молодец. Я уже поняла, что деньги валяются на улице. Таких ежей можно подбирать и кидаться ими в других рыб. Просто нажми пробел. Пусть Эрни свяжется с юристом и узнает, можно ли нам это говорить. О, и насчет гуманности пусть спросят. Сегодня же. О, нифига тут это. Говно. Ну, говно летит. Там жемчужинка была. Где? На бочке. Денег у нас должно быть много. Даже не помню, зачем мне это нужно. А, там покупать в хату. Точно. На хату пацанам. В общак кидать. Блять. Хочу такой же. Уэлл. Оп. Нихуя. Как-то подниматься, может, по-другому нужно? Прикинь, на Enter нажимать. Ару просто. Дела, ну, старые игры. О! Понял, понял. Ты хочешь, чтобы все было по-серьезному? Ты пропустил последний платеж. Собственно, ты все платежи пропустил.
Не, старик, я все понял. Вечером притащу тебе все твои раксы. Даю тебе свое честное слово, а ему ведь сам знаешь, цены нет. Нет, Оскар, деньги мне уже. Сейчас он меня будет кусать. Не нужны? Ну, лед, спасибо, братан. Ладно, я погреб. Мне тут надо с одной рыбой. Ну нет, заплатить тебе все-таки придется. В виде суши. Суши? А, суши так суши, японская кухня, все такое. Погоди-ка, суши? Это Марк, же... а ты можешь поменять на канале игру, поставить категорию другую? Можешь? Какую? Ретро. Стойте, тайм-аут! Остановите почему его. Ретро? Уф. Так, ладно. Ну, он, в принципе, тоже подходит. Давай объясню, как это все работает. Потому что у меня... Да, видишь эту здоровенную акулу? У тебя правильно какой рыбрищу с острыми белыми штуками. Это ее пасть. Ну, а твоя задача, чтобы я тебе говорю, лучше поставить. Я поплыву по экрану, вот так. Когда ты увидишь стрелку, значит, мне сейчас во что-нибудь врежусь. Просто отводишь меня в сторону стрелки с помощью мыши. А если ты увидишь, что этот маньяк меня сейчас прогнет, то двигай мной быстрее. Только внимательней, а то отвлечешься и меня раз и съели. Все понятно? Нет. Ну, поплыли! О, боже мой. Просто ретро? А почему у меня... А, опять эти кнопки. Просто ретро поставить? Да. Готово. Спасибо большое. У меня эта рыбка плавает так, как Рубик съёбывается от меня обычно. Когда что-нибудь сделает. Можно мышкой! Ни хрена. Тут-то все и кончится. Как накладывается все одно. Еще ор. Так, ладно, пусть тебе это будет уроком. Никогда не пробуй поставить на бабки тех, кто может пролезть, куда ты не можешь. О, я вечером заплачу. Эй, что ты там делаешь? Давай я тебя съем, Оскар. Все равно никто по тебе скучать не будет. Да зачем мне вообще? Оскар, выпусти меня, а то как я тебе голову откушу. Эй, кто-нибудь, вытащите меня отсюда. Сейчас я сзади к тебе подойду. Ты ведь знаешь, что я тебя ненавижу. Так. Оскар, а ты что, не на работе? Вау, Энджи, не будем о грустном. Всегда ты так, Оскар. Лентяй ты, вот ты кто. Да ладно тебе, Энджи, скоро я буду самой богатой рыбой во всем Южном Рифе. В детали вдаваться не буду, но у меня сегодня удачный день. Подумаешь, денек-другой, не подскребуки там брюхо, делов-то. Дело твое, только держись подальше от Сайкса. Он так зол, что и разговаривать с тобой не станет. Хотя, если ты сделаешь что-нибудь очень важное... Эй, этот краб стащил мою сумку! А что ты куковала-то стояла? Спокойно. За дело берется Оскар! Стой! Вдруг он опасен? Да ты что, это ж вор. Пытался вернуть сумку. Нет. Да, конечно. Тут еще варианты были. Какой свет. Сегодня в криминальных новостях. А, стелс. Где-то в этом сарае... Даже здесь меня стелс достал. Но ее почему-то стерегут крабы с фонарями. Почему-то. Эти крабы сторожи плохо видят. Но зато они очень вкусны под соусом. И если не попадаться в лучи их фонарей, они тебя не заметят. И барракуд тоже берегись. У них дурной характер. Зато они простодушны. Просто душат все, что им попадется.
душат и жрут. Просто душные. Все, все коротко и ясно. Сторожей можно на время отвлечь, если кидать морских ежей. Это так весело для всех, кроме ежей. Ой, а я поворачиваюсь очень сложно. Ай! Меня нашли? Да я не могу взять! Вообще похер. Ну? Новости науки. Это рубильник. Подплыви к нему и шутки правы. Новости науки. И только что мне сообщили, что ты... Да, похоже, что ты открыл дверь. Да. Вот это новость. Шок-контент, открыл дверь. Ну-ка. А, ну по идее тут полностью движение на клавиатуре, либо да. Ну-ка, что там? Похоже, они оставили сумочку на самом виду. Все проще, чем я думал. А чё ты здесь-то встал? Нормально отвлекла? А, то есть... Должен же тут быть еще один... С этой сумкой вообще! А, все, то есть пофиг, да, уже все? Ну, не совсем. Берешь, просто сматываешься вот так, это все. Тут ладно, еще стелс, все намного проще, не так, как это... О, не понял. Мурена грёбаная. Куда? А, ну да. Всё. Так, бутер нам не нужен. Вот так вот. Ты ее нашел? Как же ты? Ты ведь никого не поранил, нет? Не-а. Просто ноги ему связал узлом, врезал промеж ушей, в глаз плавником ткнул. Должен выжить. Правда? Ну что ж, увидимся на работе. Что? Ты что, не веришь, что я могу дюжину крабов голыми плавниками? Ты что, не видела, как я танцую? Какой я ловкий! И лицо ее, конечно. Да, Оскар, плыви на работу. И не парайся, заливая мыло в бочки. Да что ты вообще понимаешь? Я бы краба в лепешку раскатал, если бы драться умел. Если бы у него клешней не было. Мерзкие они. Тут еще по низу нужно. По-моему, как-то бить можно. Да? Или ускорением. Там, ты видел эти? Оскар, тебя, говорят, выпотрошили? А-а-а. Не выпотрошили, а вышвырнули. Большая разница. Типа почтовые эти автоматы, что ли? У моего Шурина есть пустая квартира. А, слушай, можно там зависать, когда надо. Погоди-ка, если у тебя есть пустая квартира, то почему ты живешь в мусорке? Такой бас. Оскар,
Не задавай вопросов тому, кто идет по пути воина. Жизнь в стальном доме закаляет мою волю. И я! Тэгоу. Ладно, ладно, поосторожней. Квартира так квартира. Молодец, Оскар. Если что, приходи, только щелкни по мне правой кнопкой мыши. Ладно. Да, войди. Вот, короче, у меня хата. Не пизда-то пока что. А это не хата. Не понял. А где хата? Вот это моя хата. Это что ли? А, ну вот, покупай, да. Типа сначала это вот такая вот. А я помню, у меня потом такой дворец был, ё-моё. Да, там на этом вершине. Но это, по-моему, поначалу, да, вот этот? Угу. Я уже не помню, прикинь. Вот, 50 раксов. 50 раксов. А как насчет одолжить мне деньжат? Надежно. Давай. Люблю запах свежей помойки. Пожалуй, неплохо выглядит. Люблю, говорит, запах свежей помойки. Там, погоди, стоп, на потолок посмотри, обратно вернись. Нет, к квартире. А. А, ну да. Не-не, снаружи, в коридоре. И какую-то рыбу прибила. Помянем. Ну такой себе, конечно, барак. Так, ладно. Оскар, Оскар, дружочки мой желтенький, а у меня твой любимый диск, а у него даже запах твой. Интерес. Заскомил мне на 5 раксов. Что-то это приторможено как-то он. Во, просто врезаться можно. Ну понятно, да, это типа когда я проголодаюсь или сгрустнусь. Нифига он огромный, я хочу такой же огромный прямо сейчас. Здоровье упадет, то бутерброд меня спасет. Люблю я эти штуки. То чувство, когда хочется все ломать теперь. Бей, круши, ломай! Да. Чё, пацан? Хау, крушить! Достигни для начала хоть чуть-чуть успех, чтобы говорить с такой важной рыбой, как Сайкс. За всё нужно платить, не считая бутербродов, разбросанных везде. Я тоже хочу, чтобы везде были бутерброды. Да. Нифига себе, кто откажется от такого? Я не могу не взять бутер. А это по сколько мани? Эй, Оскарище! А что такое круглое, блестящее, играет музыку и рифмуется с пис? Ай, не важно. Короче, ну как? Там по одной монетке. Да? Да. Ну, смотри, 93, 94. А то я все увидеть не могла. Тебе можно? Теперь все думаю, что разбить. Coral Cola. Coral Cola, да. Так, выше нельзя. О! Здесь есть еще. Музыка, это как коробка шоколадных конфет. Самое вкусное на помойке. Ладно. Ями-ями. Опять ты? Что ж ты за мной гоняешься-то? Слушай, тебе что, места в океане не хватает? А, они даже отвечают. Это что, GTA, что ли, понятно? Да. Ты что, в GTA попал? Под водой, GTA. Построй себе бункер, запасусь кормёжкой.
тайные места даже есть. Еще бы. Эй, мелюзга, а ну брысь, это мое! Оскар, это тебя не касается, я про тебя. А, диск купишь, а? Ха, достал! Своими дисками. Опа. Слышь, друг, дело есть. Ага, очки темной стороны. Хорошее хоть дело-то. А то у меня много важных дел. Пацан, ты мне нравишься, тебя ждет большой успех. Я тут гонку устраиваю. Ты смотри, даже тут скам. О, гонки. Насколько важно? Очень важный. А взнос всего пара раксов. 35, если точно. Пара. Ну, давай. Нам же нужно очки респекта зарабатывать. Спортивные новости. Болельщики всех возрастов и типов дыхания собираются у экранов, чтобы следить за гонкой в канализации. Ваша задача первым – достичь финишной черты. Если вы не знаете, в какую сторону плыть, следите за указателями или за более удачливыми соперниками. Удачи! Вы бегачий? Да, давайте. Мне только что сообщили, что эти молнии действуют как ускорители. Если их коснуться, то вылетишь вперед с огромной, но не запрещенной скоростью. По-моему, стоит попробовать. Блин. Всем участникам гонки с морскими ежами разрешается использовать их против соперников, кидаясь ими. Вот значит, что такое ежегодный чемпионат. Сейчас будет дан старт. 3, 2, 1. Охренеть! Вот это управление! А чё я не ускорился? Новичок вырывается вперед. Если так пойдет и дальше, то да, это хрень толкает. Его имя. Как его там? А, точно! Оскар! Оскар! Помните, по вторникам у нас гонки дам! Ладно, тут все слишком, слишком просто и по-детски, поэтому. Хотите поддержать ваши раксы? Ждите следующей гонки. Ой, в дырку не попал. Если уж устраивать гонку, так уж гонку. Рыбка-рыбка, рыбка плывет. Ой! Думаешь, ты самый быстрый в Южном рифе? Тогда, если ты не кит, плати и подписывай контракт на участие. Я ловкая рыбка. Да блин, как от меня прибило-то? Ждите следующей гонки. Да сколько еще можно? Еще 5. Сколько? Не знаю. Третий круг, я надеюсь. И все. Хорошо, ты. Вторником у нас гонки дам. Ё-ё-ё. Ни хрена меня. Гонки кам. Там гонки. Прямой. И похоже, что... И у нас есть победитель! Быстрый, яростный, желтый! Его имя... Оскар! На тебе. Успех! А что еще есть? Остальные уже на старте. Участвовать будешь? Конечно, буду. Еще раз то же самое не будет. Сейчас будет дан старт. 3, 2, 1. Я же надеюсь, я залутаю столько же. Не может быть! Кого-то попали морским ежом. Ребята, тут. Ой, даже не знаю. Разве это не прекрасно? Пип-пип. Ну, кстати. Пип. В начале круга слева от ускорялки, по-моему, и был поворот. Да? Помните, во вторникам у нас гонки. Мне не показалось. Так,
Крр-крр-крр-крр-крр-крр-крр-крр. Ух, тут просто пахнет напряжение! О! Хотите потерять ваши раксы? Ждите следующей гонки! Если уж устраивать гонку, так уж гонку! Блин, я даже не заметила. О, ускорение не подействовало, в смысле? Да, там есть срез. Ладно, хер с ним, с этим срезом. Ну, сейчас на следующем круге, вот там, где ускорялка, повернешь сразу налево. Думаешь, ты самый быстрый в Южном рифе? Тогда, если ты не гид, плати и подписывай контракт на участие. Блядь. Заносит? Да. Хотите потерять ваши раксы? Ждите следующей гонки. Налево, да? Да. Вот сейчас будет ускорялка налево. Нет. Нет. Странно, вот если тут посмотреть налево, там есть выход. Да это вообще что-то непонятное. По вторникам у нас гонки дам. Я так умею. Может, там дверь все-таки открывается как-то? Не-а. Там просто врезаешься. Приятно. Тут же типа все топорно, вот все в одну сторону. Рыбка! Есть победитель! Интересно, тут вообще возможно выиграть? Яростный, желтый. Возможно, конечно. Его имя... Когда ты маленький. Да блин, даже когда маленький, ну... Че, не справится по прямой? Так, окей. Ага, хрен тебе, не очки. Да-да-да. Но все равно там светится почему-то странно. Ну, типа переиграть просто. Не лезь ко мне. Итак, уважаемый игрок, сейчас самое время сохраниться. Только сейчас? Видишь фото кабины? Подплыви к ней, щелкни правой кнопкой мыши и раз, игра сохранена. А если бы она за все это время просто вылетела? И со 100% гарантией качества. Ну, а там автосейвы были, по идее. Ну да. Вот и я. Еще игра автоматически сохраняется каждый раз, как ты начинаешь новое задание. Спасибо. Надеюсь, ты понимаешь удобство автоматического сохранения. Конечно, понимаю. Спасибо. Спасибо. Я не понял. Марк. Да? Ты должен понять. Окей, о. А что у нас еще тут? У нас есть еще подводные голубины. Ну, с этим, наверное, попиздеть Марк может. А, точно! А где, где, где? С ежом. Пойдем попиздим с ежом. Так. В какую сторону-то? Не, ну это извините. Это очень важно. Ой. Ежа выкинула нечаянно. Так. Как он орёт. Ну. А чё? Они где-то на каком-то вы... Знаешь чё? Они на каком-то выступе... А, вон они. Так, да. Так, если это не самый клёвый босс на свете... Сейчас что-то с мешками, по-моему, надо делать. У меня и так забот полон рот. Мне надо отлучиться из города, но тут полно рыб, которые мне должны деньги. У меня есть идея. Я соберу деньги, а потом мы поговорим. И ты думаешь, что я доверю тебе тысячи и тысячи раксов? Конечно. Уговорил. Сначала ты мне поможешь. Принеси мне 50 мешков, пока время не вышло. Иначе тебе хана, понял? Рыбная котлета. Считаю, уже все сделано. Щучьи биточки. Мне надо собрать побольше мешков с деньгами, пока время не кончилось, а то Сайкс меня убьет. Ой, ой, сразу заносить начинает. А насколько много? 50. Сколько? 50. Ты что, офигел? Заносит, понимаешь, как эту? За две не минуты. Знаю, как... Ладно, я же не до такой степени одаренный, да?
Нет, на самом деле, вот это проблемное может быть. Знаешь, в чем проблема? Застреваешь в текстуру. Ну да, это я понимаю. Тупо в текстуре застреваешь, это вообще где это видно. Почти готово. Продолжаем. А, ну первое, наверное, никакой проблемы не будет, а вот дальше. Ну пожалуйста, у меня же семья. 2 миллиона стримов. Сколько нам стоит все-таки? Ну, ты можешь был сейчас. Поставлю. Ну, а что, наверное, подойти надо, да? Что за? Или что? Нет? Не понял. Короче, время пока времени не уйдет. Сейчас окажется 100. Бери 100. А где я больше не вижу? Где-то точно было. Эй! Сайт! Вот! Деньги! Уф! Что ж, уф. Похоже, что тут все. Что? А я что сказал? Это ж я! Ты прав, Оскар. Теперь расскажи мне об этом коньке. Удачный день! Вот тут да, все и начинается. Неожиданное поражение лидера дерби. Гордость ранчо Дэви Джонса, морской конек по имени Удачный сейчас день, кажется, что это конец. Шедший на 7 часов впереди, споткнулся и упал на финишной прямой. Нет, там еще что-то было. Официальные лица отрицают наличие мошенничества. Пресс-секретарь ихтиодрома Брилла МакГиллокоти заявил. Большое дело, мало ли кто споткнулся. Тем временем болельщики, делавшие ставки на фаворита гонок и потерявшие уйму денег, огорчены. Вот и Оскар. Моллюск ты гнусный, креветка дохлая. Нарастающее напряжение грозит вылиться в беспорядки. Один из проигравших уже был избит до потери сознания парой медуз. Как сообщается, его впоследствии утащили из города на пустырь. Ядуза. До сих пор не ясно, было ли нарушение правил гонки. Да он сам виноват. Ладно вам, ребята, я же в деньгах спец. Можете Сайксу так и сказать, я их скоро достану. Илька. Между нами он не такой дурак. Поздно трепыхаться, дружок. Мы с тобой плывем повеселиться. Нет, ну если хотите по-плохому, то давайте по-плохому. Да я мастер стиля вопящей креветки. Я! 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 Вам лучше не спрашивать, что за прием «Могучий водоворот». Мне самому-то страшно об этом думать. Ха-ха! Вот правильно, ребята, я никому не хочу делать больно, я вообще очень добрый на самом деле. Наверное, я другой, Фрэнки. Я просто не люблю есть рыбу. Так как же с тебя акулу-то сделать, а? Мы рыбу едим, вот что мы делаем, пау! Рыбу! Это что, из сталкера, что ли? Ну и кто тут теперь главный? Может, поможете мне развязаться? И все такое? Глянь, Лени, обед на блюдечке! Ну чё, справишься? Хоть слышишь, раз да? Попу породуй! А уходи, ты шо, лупонь! Конечно, Фрэнк, как скажешь. Ну, сейчас вернусь в город, зайду за зарплатой. А, стойте! У меня же нет работы! О, это я! Квартиры нет, и я связан, и я на пустыре! Мне необходимо успокоиться. Акула! Нет, нет, не бойся, я не буду тебя есть. Тогда я его съем! Блин. А где камень? Не знаю, оторвался. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Может, его лучше отпустить? Да, кстати, отпусти тоже уворачиваться надо, если что. Ну да. Ай. Нормально, ай! Ай!
Я же к середине вроде. Он реально мне Рубика напоминает Оскар. Видел, Лен? Вот что значит быть акулой. Молодец. Срежу так, а вдруг он зарад? Ой! Ой, агрессивный. Лучше отпустить. Да все, успокойся. Как резко все. Как это вообще эти сумки выкинули? Да блин. Блин, блин. Да притормози тебе, мозглый. Я тебе больно не сделаю. Все будет совершенно безболезненно. Я управляю там до сих пор. Фрэнки, скажи что-нибудь, Фрэнки. Ленни, ты такой тупой. Что же я наделал? Папа меня убьет. Да, вот так-то. Хотел меня слопать. Не знал, видать, с кем связался, да? Я тебе показал. Меня никто не съест без моего разрешения. И дважды эту ошибку не повторяют. Потому что я типа как хрясь бацкия, а он типа, нет, только не кия, а я ему... Ага, все приветствуем Оскара Античелюсть! О, за 400. Плюс рыб. Добрый день, это Кэти Карл. И я веду репортаж с места, где рыба по имени Оскар только что победила в рукопашной схватке акулу. Да-да, большую белую акулу. Оскар, все рыбы в городе зовут вас античелюстью. Как вы к этому относитесь? Денежка сзади. Видите ли, Кэти, он грозный, очень грозный. И акулы меня боятся, как огня. Как же меня еще звать? Вам было страшно? Страшно? Хорошая шутка, Кэти. Акула даже не поняла, что случилось. Я типа как, хочешь меня схавать? Ну, греби сюда, сейчас я тебя накормлю. Понятно. Но вернемся к акулам. Думали ли вы, что отец жертвы, Дон Лина, со своей армией кровожадных гангстеров захочет отомстить? Отец Лина? Тот самый? Самый главный мафиози во всем Южном Рифе? Знаете что? Что-то тут где-то акулой запахло. Мне надо отлучиться надавать ей пинков. До скорого! Вы только что видели Оскара Античелюсть. Именно он бросил вызов Дону Лина и его банде. Вот оно как оказалось. Это был сын Лина. Теперь все акулы на свете будут за мной гоняться. Мне надо залечь на дно. И так на дне. Тут где-то были неплохие водоросли. То, что доктор прописал, может за этими воротами? А это опять стол? Ну-ка, если дернуть этот рубильник. Так, если дернуть... А? Ворота-то на таймере. Ну почему всегда все должно быть так сложно, а? Ну опять все, отступать не было, надо двигаться вперед. И опять полезные новости. Знали ли вы, что если спрятаться в этих водорослях, то вас никто не увидит? Отлично. Денежка. Меня и так, блин, никто не увидит. В упор. Ой. Ой. А куда? Ой.
Абсолютно, подождите. Как он все успокоились? Ой. Что за звуки? Возможно, звук двигается. Ну ладно, ничего страшного. Подумаешь, залагал. Что-то не так, по-моему. Да. Давно было что-то так. Нормально! О! Видишь, все скипнулось. Стой! В смысле? О! В смысле? У тебя что, несварение, что ли? Так, где мы остановились? Там. Там. Та-та-да там, там, там. Блин. Такие хитбоксы маленькие. Че вы это? Выпендриваетесь. Ну, тут в упор прилетаешь, пофиг вообще. Ой. А куда? Там рычаг был. Где там? Справа. Это что за дырка? Целый бутер. Сейчас бы такой захавать. Знаешь, такой двуручный целого багета. Это как двуручный меч, только бутер. Я, кстати, делал такой. Целый батон. Да. Ну, разумеется, не тот, который там почти метр длиной. Хочу метр батона. Там просто была вот большая такая булка. Как этот, как чайный. Из такого же. Хочу сладкий хлеб. Кстати, здесь не находил вообще. А вот чесночный находил. Блин, вот тут старые чесночные багеты. И такие вкусные были. Ха! Я бы сказал, они были охренительные. В смысле? Тут была сеть магазинов, Айкай называлась. Угу. И вот там делали такие шикарные чесночные багеты. Прям вообще. И никакая акула меня тут не блин, все. Вообще, мы бургеры решили делать. Булки купили уже там. Хватит уже, а? Я вегетарианец. Ну вот еще. Я тебя знаю. Мы с тобой уже встречались. И ты хотел меня съесть? Я тебя спасти хотел. Я ведь не такой крутой, как все. Меня никто не любит, а теперь еще и Фрэнки из-за меня погиб. Все на свете думают, что я твоего брата замочил. И ждут теперь, что я со всеми акулами разберусь. Так бы и сделал, если бы умел. А мне бы вот только исчезнуть куда-нибудь. Эй, ты думаешь о том же, о чем и я? Что я думаю? Что я думаю? Твоя. Твоя, думаю. О. Так, вот такой план. Мы устроим посреди города большую битву.
Ты сначала будешь рычать, а потом нырнешь. И все решат, что ты погиб, а я герой. Не знаю, Оскар. Популярности б тебе побольше, чтобы народу собрать. Успех и все такое. Да? И насколько популярным надо быть? Тебе нужны новые друзья. Рекламу себе устроить, раскрутиться, все такое. Станешь популярной, приходи. Ага, понял, ладно. Никуда не вылезай, чтобы тебя не увидели. Такой хорошенький Аку. Тоже мне. Аку. Такой шарк миленький. Посмотри на него. Такой пусечка. Полторашка. Пип, 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 пип. Я полторашка пива. Эй, Оскар, а что похоже на монету, но играет музыку? А, монета со скрипкой. Давай. Ну, успейся тоже. Давай же. Придурок. Ой. Ой. Ух ты, будто. Как я так нахожу случайно эти места? Хорошо. Что, выйти, да? 500 бачей. Что там оно? Энджи, что такая девушка делает в таком месте? Это как еще прикажешь понимать? Ну, просто ты... это... Эй, хочешь пойти со мной? Нет, я ухожу. Да брось, увидишь, как я добьюсь успеха. Вот еще тоже мне. Слушай, знаешь что? Пожалуй, я согласна. Готовься, будет потрясно. О, ясно. Знаешь, что мне тут ладно. Нравится? Все знают, как тебя зовут. Кто ты? Еще раз. Эй, детка, ты под каким знаком родилась? Тоже под рыбами? Эй, Боб, еще разок! Давайте выйдем на античелюсть! Ну, давай. Said she wanna dance cause she likes the groove. So come on, fat so and just bust the mood. Just bust the mood. Почему ты научилась так осмотрела и пускала слюнки? Ты надеешься, что я... Что? Ну, может, ты и подсмотрела пару приемчиков у маэстро? Маэстро, конечно, посмотрел. Маэстро? Оскар, да ты самый самовлюбленный! Да о чем я говорю? Прощай. Погоди, ой, ей что-нибудь вообще нравится? Она такая психушка. Спасибо за еще один чудесный вечер. Нет.
Я для нее потанцевал, значит, нормально так. Она недовольна. Я потанцевал. Долго. Я Чё у нас тут еще? А, туда нельзя. Чё у нас еще есть? О! Здравствуй. Эй, Сайкс! У нас теперь все ништяк, да? Ты же больше не злишься? Да, я так и думал. Ну, какой план? Хотя я должен стать популярным и быстро. Реклама стоит денег. Куча денег. И у кучи народу есть куча других дел. Деньги — это еще не все. Еще есть известность, власть, шоколад. О! Денег у нас нет. Заплатить за рекламу мы не можем. Но если ты проскользнешь мимо охраны, то парочку щитов своей рожей украсить сможешь. Стоп. То есть ты хочешь, чтобы я посреди ночи прокрался к чужим рекламным щитам и их переключил? Ага. Круто. Все так просто, ладно. По ходу дела на всех щитах есть переключатели. Надо их просто перещелкнуть и та-дам! Мое лицо повсюду. Угу. Диверсия против Кролл-Кула. Это мы понимаем. Блин. Да блин, он застревает. Блин. Почему это так рофильно? Дверь открылась, да? Бля, может, мы устался вообще до хрена. Да? Ну, мы на это посмотрим. Ну ладно, он не такой сложный. Я какой-то такой муторный. Ай. Вау, целый 1% сняло. Да. Ой. А! Что это? Всё. Я в домике, да? Типа. Это коробка Снейка. Нифига я там подъехал. Там. Нарушители что-то невкусное пошли. Нарушители, говорит, невкусное пошли. Когда же они вкусные это были? Оп, ветерок. О! Фига меня там перекинуло. Come on. Собрать бабки, мама, это родная, лифт. Рыбы их ненавидят. Сейчас поймете, почему. Меня сейчас прибьет. Добрый старый рекламный щит. Это, конечно, тоже ничего. Но вон на том доме здоровенный экран. Если на нем покажусь, весь город меня узнает. А так не узнает, надо, да? Только пробраться мимо охраны. Надо было вместо флага свое лицо еще повесить. А чё? Причем он прямо надо мной был. Высшее образование. А им пофиг, они меня не видят. О. Открылось-то там.
Там еще жемчужинка вроде была, да? По-моему, да. Ай. Чуть не разрубила, блин, на салатик. Муреныч. Бутер просто так лежать не должен. Блин, надо бы сегодня еду заготовить. Не понял. А, пон. Ехай, толстая. А, этих 10 максимум. А, да? Ай! Ежиков. Да. Блин, нет, не работает. Наверное, надо сначала ток включить. Какой ток? Блин, тут вонючие тучи. Это я. Вонючие тучи. Как же тучи вонючие. О, это мы сейчас врубим тут. Да. Потом там. Потом там. Да что больно, ты ничего не задела. Это нам сюда теперь. Знаешь, как сначала мы включим тут, а потом тут. Да, а потом батут. О. Кстати, знаешь что? Я сегодня-то вот тут. Ну, другой город ездил. Ну. Сарабу у нас. А, знаю такой. Вот. Сейчас, секунду. Так, отличненько. Так, не понял. Что я сделал? Что открылось-то? А, везде надо? На все нажать надо, да. А, вон они. Вот, короче, во-первых, город такой довольно немного странный. Он маленький. Угу. Там нет, не в плане размера, обзор, а обзор на город. Он... Давай. А? Обзор на город. Давай. Он, короче, именно вот уменьшен. То есть там, там эти узкие город, улицы, город дома уменьшен. Какие-то как будто меньше. Ну, если маленький город, да. Так и будет. Нет, не по высоте, а именно просто сам дом меньше по размеру. Как будто. Да, даже вот эти дефолтные пятиэтажки, они как будто меньше. Я дефолтная пятиэтажка. Которая меньше. О! Сейчас. Мое лицо. О! Оу май! Всего лишь 150 за такую-то. Оскар, все вышло. Все в городе только как-то говорят мало. О том, что ты сделал со щитами. Ты не просто герой, ты знаменитость. Теперь Пишкин. Для твоего имиджа нам надо, чтобы ты ограбил банк. Так не пойдет. Отель разгромишь? Так, слушай, это все-таки и я тут античелюсть. И у меня уже есть план. Увидимся попозже. Вот, во-вторых. Так. Давай, вот это город Сарапу. Да не, он раз в 10 меньше. Так, ладно, уменьшенный город с микродомами, по твоему мнению. Нет, вот без шуток, там узкие дороги, между домами расстояние маленькое. В смысле город меньше, что ты хочешь? А знаешь такую поговорку старую? У рыб нет ушей. Нет, ты просто знаешь, обычно...
Ну, как-то, я не знаю, расстояние примерно одинаковое везде, а и просто дома. Урит нет ушей, так что ему и музыка не нужна. Домов меньше просто, и все обычно. А тут как-то просто странно. Вот, во-вторых, я приезжаю, короче, в наш офис. Когда-никогда? А это ебать, это не офис, это дворец. Видишь, по дворце побывал. Нет, без шуток, это реально дворец еще со времен типа царей. Так это ж красиво. Ну вообще прикольно, да. Такой антураж интересный. По сути, ну это у нас уникальный офис в банке такой. Оскар, ты что, не слушаешь? Что мне тебе дать, чтоб ты ушел? Я морской огурец. Он там очень древний. Типа этому зданию что-то вроде 400 или 500 лет. Сколько? Ну что-то, по-моему, 400 лет этому зданию. Это точная информация? Я не уверен. Давай на всякий случай посмотрим. Давай ты перепроверишь. Апартаменты мои? Да-да-да, их приобрел для вас, мистер Сайкс. О, какой Сайкс? У меня. А, ну да, я же тебе Зубный. Такая знаменитость, он решил, что будет моим агентом. А, можно мне туда подняться? Ну, я же хозяин, можно мне? Ну, разумеется, там пустовато, но вы, несомненно, можете себе позволить любую обстановку. Конечно. А вот и мой пентхаус. Пентхозе. О, кстати, вот тут вот мои эти... диски. Вот я домой должна приходить, и вот так вот бутер должен крутиться, я подхожу его и ем. 50. Динь-динь. Да. Чё ты меня сразу выкидываешь далеко? А, стиме распродажа. Так. А чё, не могу? А, могу. Ух, да. А чё? Блин, вот это выкидывание бесит. О. О. Рояль, а не пианино, вы. Ух, не вижу. А, это просто... Что тут еще? Все? А, ну еще что-то. Ой-е! 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 Да все, ой-е, ой-е. Ой-е. Так. Не хватает у меня немножко этого кому репутации. Я Джош Узо. Может, мы родня? Или нас здесь не перепутали? Но тогда ты был бы крабом, а я рыбом. Рыбом. Диск надо. Я был рыбом. На тебе. Подожди, а сколько тут тайных мест, интересно? Ну, относительно немало. Немало? Угу. Немало? Это значит немало, да? Это значит, о, прикольно. Немного очень. Короче, одна игра 250 рублей. Вторая 300 рублей. Я их купил меньше, чем за 100. Поздравляка. Обожаю скидки. О, нет. Давно просто хотел у них поиграть. Они что-то все не пиратятся и не пиратятся. А чё, осуждаю. Так, я не понял. Поэтому купил. Оскар, одобряю. Ты не хотел вообще-то. Еще потанцевать? Покупки. Не. А там же одно и то же будет, да? Да. Ну, не надо одно и то же.
А где вот новое? Опять мне в Нижний Риф? Где? Нижний Риф. К этому я не могу еще. Нижний Риф. О. О, тут вот еще есть. Йоу, фотограф, это что, все мои фотки? Да, сэр. И я прямо сейчас мчусь в редакцию. Вы завтра будете на первой полосе. Куда? Круто, смотри, ничего не растеряй. Сэр, куда? Я профессионал. Я ничего не теряю. Но я прощаю вас. За хорошую. Ебанумба. Так, этот раздолбай по всему. Интоксион V9 разогнали до 5,5 Гц, его пиковое энергопотребление составляло 1880 ватт. Я тут это... Твои самые красивые фотки пытаюсь поймать. Это почти 2 киловатта. У меня комп в потолке жрет 650. А у меня 3080. На минуточку. На секундочку. Что-то как-то он это... Медленный, да? Очень медленный. Ну, а если ты поворачиваешь куда-нибудь не туда, то тогда за ним не успеешь. Я его прям в задницу тяну. Эу. О! Можно. Рекомендованная стоимость Intuxion V9 $5,889. Нормально сойдёт. А чё так долго-то? А, нифига он там. Угу. Вот-вот, об этом я и говорю. Звезда есть звезда. Я же говорил, что все будет в ажуре. Проще надо быть. Да, точно. О, успех плюс 200. Во, могу. Привет. Каким звуком? Это Кэти Карен. Я иду прямое включение с места, где камера не явилась. Глядите, это античелюсть. Ой, я не могу смотреть. На этом сериале я была в кадре. Прическа не растрепалась. Эй, Лень, а можно без музыки? У меня от нее мурашки по спине. Слушай, да ты прям как взбесился. Ой, нет. Что, сработало, что ли? Там-там-там-там-там-там-там-там. Ну, с одной стороны, теряю, что ли? 150 рублей всего. Ну, если в этом есть смысл. Я думаю, не особо. Нифига, можно дергаться. Акула.
все, хватит амкать. Это событие – величайшая новость со времени изобретения аквариума. Кажется, античелюсть только что ухватил огромную акулу за хвост и зашвырнул в расщелину. И пусть все запомнят. Слушай, да ты прям как взбесился. Залагала. Ну иди сюда, Глаша, чё ты? Уважаемые телезрители, затупила. Это очень-очень волнующий момент. У меня попросту нет слов, чтобы его описать. Это вырежем. У меня 3:40. Поехали, ребята. Так. Как я выгляжу? Да нет, не хвост. Спиной плавник как. Хвост-то я знаю, что в порядке. Что, мы в эфире? Спасибо, что предупредил. В эфире Кэти Карл. Нам только что сообщили о похищении рыбки Энджи, друга античелюсти. Свидетели утверждают, что это были акулы. По словам неназванного источника, Энджи удерживают в старом океанском лайнере Дона Лима. Античелюсть лично берется за расследование. Конечно. Ты там как? Все в порядке, только не шуми. Энджи у них на кухне. Я туда проскользну и ее вытащу. Ладно, если что, я тут. Да, если что. Привет. О, от ножичков-то лучше подальше держаться. Не хочу превратиться в рыбное пюре. Че, музыка такая? Ой. Эхо. Нет, меня уносит. Бляха, муха, я нажала нечаянно на ПД. Ухель. Стораги. Воробек. Надо посмотреть, что купил. Потом. Сейчас. Так. Опа. Она не работает. Как это? Не понял. Ух ты! Первый раз вижу столько шоколада. Не, не работает. Да ё-моё! Ёперный театр. Обошла. Ничего нормально. Если опять придется слушать крабьи стоны... Лучше бы не светили мне в глаза. Я тут номер 6. Энджи! Энджи, ты там? Оскар, что ты тут делаешь? Что-что, тебя спасаю. Исправляю недостатки своего характера. Некогда о характере. Я в морозилке. Дверь заклинила. А есть тут еще какой-нибудь выход? Есть лифт. Он ведет к Лину в кабинет.
А, ну так ведь это уже полдела. Ну да. Наверное, когда Лина проголодается, ему на этом лифте обед подают. Обед сто бед, хотя очень удобно. Обед на лифте. Но с другой стороны... Оскар, давай скорее. Держись, Энджи. Заискрило. Вау, акулий ресторан. Вот куда попадает рыба, если не повезет. Да там же на столе большой ключ Дона Лино. Так, лайк, если тоже хочешь большой ключ Дона Лино. Вопрос только, как мне заметить? Ах ты, пираньи вырвались. Надеюсь, Лина тут где-нибудь держит репеллент. И если на тебя когда-нибудь нападет пиранья, плыви к ближайшему облаку репеллента. Запах у него, конечно, не ахти, но лучше вон, чем сотня острых зубов. Наверное, лифт вызывается той кнопкой под столом. Ты ядрит, смотри. Погрызла. Да блин. Перцы лифта вот за этой картиной. Так. Нифига у меня жизни-то. А когда бутер надо, вот так все. Бутера нет. А вниз. Оскар, ты молодец! О. Скорее надо отсюда выбираться! Акулы понятия не имеют, что мы... Вот она! Главное блюдо! А на закуску у нас сегодня... Ты! Кто я? В смысле, да, это я. Античелюсть? Кто я? У меня здесь твоя подружка. Если не хочешь ее смерти, то тебе придется покинуть город и никогда не возвращаться. Шутишь, что ли? Да она мне никто. Оскар! Думал меня шантажировать? Можешь ее отпустить и поговорить со мной на равных, как рыба с рыбой. Могу. Но видишь ли, мои ребята только что обнаружили за бортом корабля Ленни. И мы знаем, что ты лжешь. Ты суши. Спасайся! Угу. Сейчас опять уплывать. Ну, давай. Есть на что посмотреть. Он прям очень близко так.
Ой, я очень не успеваю, прикинь. Акула-то такая. Нигде ты не спрячешься. Он прав. Все кончено. Он меня везде найдет. Надо его как-то остановить. Как-то так повернуть, чтобы мы могли с ним один на один. О, точно. Китомойка. Ух ты, неужели я тут работал? И киты что ни день приходили в бешенство, и тогда нам приходилось пользоваться китовой ловушкой. Точно, китовая ловушка! Акулы не могут дышать, если не движутся, надо его просто остановить. Уф, только сначала нужно запустить все машины. Наверное, можно пробраться через кабинет Сайкса. Дружеский совет. Если за вами охотится акула, не теряйте времени на поиски обходных путей. Плывите в кабинет Сайкса. Ёбать. Если за вами охотится акула, не теряйте времени на поиски обходных путей. Ладно, понял, вторую тоже можно возвращать. Так, кнопку я нашла. Так, короче, мне надо проползти там и найти главный рубильник. Слишком сложно. Прям в рот попало. Ух ты! Первый раз вижу столько шоколада. Я шоколад. Я уф. Блин, я даже эй, это... ты там. Так, о. Это не то, это дверь открывает. Голова кружится. Ну ладно. Неурочные расскажи. Это было похоже на эту. Ай. Ковичек работаю 3 дня без зарплаты. А кстати. Так, ток подан. Теперь нужно запустить машины. Блин, ну лучше из таких видосов это этот. Про Fallout. Видео? Я не помню. А, сейчас я точно вспомню. Вы допустили кражу дорогостоящего оборудования, и вам его отрабатывать 510 лет! Я этого не помню. А-а-а! Нет, я это помню. Все, я вспомнил. Знаете, этого Лина почистить бы как следует. Здоровенный, грязный. Опа, дверь открылась. А что, она открылась и закрылась? Не понял. А-а-а! Ты что, сюда что ли надо?
вот это куда? Вот я и тут. Вот за этой дверью находится большая круглая красная кнопка. Нажимай, не хочу. Я на базар не собираюсь. Ну что, Лина, кто теперь крутой? Оскар, это я, Ленни. Ленни, я тебя поймал? А где тогда Лина? Тесновато, да? Скажи, тебя веслом по башке не били случайно? Вот так-то. Думал, за мной можно просто так гоняться. Я античелюсть. Показал я этой акуле. Кто теперь на меня, а? Куплю себе квартирку еще покруче. С двумя светильниками и аквариумом держать коллекцию акул. А ты будешь у меня номер один, согласен? Лина! Понял. Воу! Полетели. Я думал, ты тут когда-то работал. Музыка очень подходящая. Ну да. Выпусти меня! Я же задыхаюсь! Ну и зачем мне тебя выпускать? Только и знаешь, что всех в рифе доставать, дожирать моих друзей. И отец из тебя никудышный, для Лени, по крайней мере. Пусть хорошие дышат. Так вот. Ну, Ленни, славный мальчик. Просто его надо подтолкнуть, понимаешь? Да, доброго. Не думал, что придется это говорить, но вам тут всем надо малость повзрослеть. Я тебя выпущу, если ты дашь Ленни самому решать, что делать. Идет? Ну, хорошо. Все равно я собирался выходить на пенсию. Может, поселюсь в каком-нибудь аквапарке. А если передумаю, так всегда можно перекусить с сотрудником и уплыть. Античелюсть, вы поймали Дона Лина, самую крупную акулу. Как вы собираетесь его убить? Никак. Вообще-то я не античелюсть. Я наврал. Я так и думала. Правда? Ну, да. Античелюсть, вот, но... герой или нет? Телевизионное расследование Кэти Каррент. Я думаю, он герой. Знаете, я решил, буду говорить только правду. Уж пожалуйста. Кэти Каррент для морских новостей. Выключай камеру, Эрни. Пусть они поговорят спокойно. Есть на свете вещи поважнее рейтинга. А это была шутка. Здорово я вас, правда? Мой агент говорит, что я могла бы в театре играть. Или в кино. Говорит, у меня талант. Такая. В эфире Кэти Каррент. Я веду свой репортаж из квартиры Оскара, известного ранее как античелюсть. Скажите, Оскар, опа, что на все? Вас сегодня надето? Весь город в догадках. Что? Это у меня чешуя такая. Ладно, детка, ты прости, но я хочу танцевать. Прямо из водоворота событий Кэти Каррент с рассказом об Оскаре, убийце акул, герое Южного рифа и самом быстром танцоре во всем нашем океане. Так. Вот и все. Да, это все. Вот такая вот маленькая микроигра. Настолько короткая. И еще да. Игра окончена. Делайте, что хотите. Гоняйте, тусите, удаляйте игру. Да что хотите. Понял. Вот и все. Я думал, она хотя бы на пару часов. О. А у меня ведь высшее образование. О, это я.
О. Эй, Оскар, видишь, ты не, кстати, без шуток, ты звучат похож. Что скажешь, а? Вот да, так нет? Надо скорее отсюда выбираться. Краб-отшельник что-то оставил в ванне. Может быть, взглянешь, что там такое? Да что он оставил? А где ванна? Бутерброд дай. Ну я постиг смысл жизни, да? Ответ на все вопросы. О, кухня у нас тут есть. Это моё! Три рубля не хватает! Подожди, надо это исправить, сейчас я найду. А где? А, ну вот. Двести пятьдесят было там? Да. Блядь. Ты выйдешь, а? А, звук есть, а он не вылазит, по-моему. Но? Или он вылез? Опа. Нет, не вылез. Нет, он после, по-моему. Ну-ка, подойди еще просто. Ну все. Вот все у тебя хватает. Денек, погоди. За все это время сохранилось два раза. Да можно было вообще не сохраниться. Ну. Все, все, хватит. А, вон он. Там можно было за... А, там хотя нет. Ой. Так поворачивается. Вы уже вернулись, сэр? Да. Я уже вернулся. Так, чего мне там не хватает? А, вон он стоит. Стоп. Ооо. Петербург, где ванна? Че? Петербург, где ванна? И что он там оставил? Если она... О, у меня барная стойка за 250 баксов, ее нет! А вот, короче, когда я играла в детстве... У меня абсолютно здесь было все. Все. Краб-отшельник. И въезжаю. Может, взглянешь, что там такое? А в смысле, вот в этой ванне что? А. Что он тут оставил? Говно? Что он тут оставил? О. А. Ну, краба. По-любому. Ну, короче, вот такая игра. У меня даже, блядь, лестницы не было, понимаешь? Эй, Оскар, видишь ту скумбрию? Это она меня караулит. Да, нет? Видишь ты скумбрию? Это она меня караулит. Ну, короче... О, тут дневник заданий даже был, ебать. Собранный альбом у 80. Мебель, еще 4. Это что такое? О, еще два места тайны. Никита мой. Ага. Ага. Нифига. Понятно, да? Вот такая вот игра. Классно. Да. Прошли? Ну все, спидран Шрека. Да. Ой, еще Шрека можно пройти. Ну ладно, короче, вот как-то так. Давайте всем пока, спасибо, кто был.